Всем привет, с вами Killjoy и Рыжик. Мне посоветовали посмотреть короткометражку TIE Fighter 2015 года. Давайте заценим. Давным-давно в галактике далеко-далеко. TIE Fighter. TIE Fighter — это же истребители Империи, да? У тебя своя вода есть, слушай, родной. Что? А станции? Блин, слушайте, графоне мне нравится. Дрон посылает данные. Иногда пендаун, иногда тандаун. Империя. Сейчас будет заруба. Круто. Блин, охуенно выглядит. О, пошел металл. Там детализировано, что пиздец. Да, Рыжик? Кайф. Хо-хо-хо-хо. Погнали. О, вот этих я не видел раньше, они что делают, интересно? То есть бомбардировщиков, да, я узнаю. Ага. Хо-хо-хо-хо. Это я понимаю, заруба. Двигай немножко, пожалуйста, не мешай наслаждаться. Ага. Действие в основном со стороны пилота тайфайтеров. Пилотов тайфайтеров происходит. Угу. Ай-яй, R2, нет. Бум. Ракеты? Ну, блин, это редкость, да. Использование ракет. ЗВ. Не считаем Мандалоруса. Конечно. Противоракетная защита? Да ладно. Бомбардировщики. За всех заминусовали разом. Ё-моё. Это кайф. Ага, сники-пики со стороны подходит. Так. Ветеранша или ветеранка, как по новой моде. Ух. Правильно. О-хо-хо-хо-хо.
TIE Fighter Squadron. Хо-хо-хо, и ракеты даже. Ё-моё, ну всё. Rebel Scum, он пиздец, конечно. Ау. Охохуенно. Это точно лайк. Ага, я уже поставил. И даже не заметил. А, энерго, чтобы вырубить. О-хо-хо. Мясо просто. Угу. Троица выжила. Империя победила. Ничего себе. Это редкость для современных ЗВ, чтобы имперцы были показаны нормально, да еще и победили. Ёба народ. О, и ракеты, они ракеты использовали. Алло, восьмой эпизод, начало, алло, ракеты существуют. ЗВ, алло, не обязательно скидывать бомбочки. Пиздец. Ооо. И 7 минут, считай, качество такого. Вот видно, за что 12 миллионов просмотров. Вот каждый просмотр заслуженный. Просто кайф. Одна короткометражка лучше, чем все три последних эпизода ЗВ. Блин, закончили сагу Скайуокеров. Называется. Да, рыжик? Бестыжик. О, кайф! Итак, если вы... У вас на примете есть какие-нибудь еще короткометражки по ЗВ, там, или фанатские фильмы, не суть важно, то, пожалуйста, скидывайте в комментарии ссылки или названия просто, если у меня разрешено ссылки скидывать, я не знаю, честно говоря. То вдруг YouTube будет удалять. Или где-то я настройки не поставил. Ну, в общем, неважно. Скидывайте. Я посмотрю, сделаю реакт обязательно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорой встречи. Всем пока.